Всем добрый день. 9 мая, праздник Победы. Всех с праздником Победы. Я вам покажу, делаю обзор номерного фонда гостевого дома номера у моря Витязева, Пролетарская, 20. Это у нас улица Пролетарская. И в ту сторону Пролетарская, Лиман, улица Черноморская. Через 30 метров магнит, магнит косметик. И идем смотреть номерной фонд Пролетарская, 20. Так, здесь у нас сразу при входе зона для курения и вечерних посиделок. Можно посидеть, курить, отдыхать. Здесь у нас палаточка по продаже пива, напитков, закуски к пиву. Здесь мы выбрасываем мусор. Есть мангальная зона. Виноград, собственный виноград. Здесь у нас для помывки ног после пляжа, чтобы не нести песок в номера, и постирочная можно. Первая лестница на подъем вверх и верхняя беседка. И первый этаж. Это у нас столовая, где можно покушать, почитать литературу, гладильная доска, утюг, телевизор здесь же, ларь. В этом ларе будут полуфабрикаты, мороженое в сезон у нас. И рядом со столовой общая кухня с холодильником, чайником, микроволновкой и всей необходимой посудой. Но в некоторых номерах есть свои кухни. Так, и здесь у нас такой детская небольшая площадочка, брусья, шведская лестница, качелька, брусья, канат. Здесь у нас природная зона. И здесь у нас детские различные игрушки, которые можно с собой брать на пляж. Так, там все номера я вам потом отдельно покажу. Это вторая лестница. По ней мы поднимаемся наверх. Вид сверху на двор, на номера. И здесь мы можем по балкончику пройти, которую лестницу я вам вначале показывал. По ней же можем и спуститься. Вот это вот верхняя беседка. Стулья, столы, диванчики. И по этой же лестнице спускаемся. Итак, знакомимся. Номер студия на втором этаже с отдельным входом. По ступенькам поднимаемся. Это 13 номер. Большая просторная студия на 4-5 мест спальных. Так, заходим в студию. Здесь мы видим диван-кушетка. Вот такой огромный диван. На нем уже 3 человека могут поместиться. Раскладушка здесь имеется. Кондиционер. Стол, стулья. Кухонная зона. Чайник, кухонный гарнитур, холодильник, телевизор и собственный душ и туалет. Туалет и душ. Это у нас студия под номером 13 на 4-5 спальных мест. Знакомимся с номером 15. Это у нас одноместный номер эконом. Простой эконом, но вариант. Кровать. Тумбочка, телевизор, вентилятор, полочки, зеркало и душ-туалет, как я вам показывал на 4 номера на улице. Одноместные номера пользуются спросом, мало одноместных номеров на юге, поэтому даже такие пользуются спросом. Друзья, как я уже говорил, некоторые номера без туалета, душа и туалета, он находится на первом этаже, напротив первой лестницы, рядом с первой лестницей, напротив нулевого номера. Вот душ, туалет.
душ, туалет. И здесь стиральная машинка. Стирка платная. 150 рублей с нашим порошком и 100 рублей одна загрузка. Это с вашим порошком. Вот такой общий туалет. Ну, друзья, начнем обзор с номера нулевого. Это эконом номер двухместный. Сейчас заходим и все увидим. Здесь две односпальные кровати-кушетки. Тумбочка посередине. Телевизор. Шкаф. Вентилятор. Зеркало. То есть кондиционера нет. Здесь вентилятор. И душ с туалетом. Вот напротив, прямо в номера. Это на 4 номера. Душ, туалет. Так, идем обзор делать семейного номера двухкомнатного по цифре 8 на втором этаже. Там на втором этаже. Внизу точно такой же по цифре 5, но на первом этаже. Все идентичное здесь. Заходим. Кухня сразу своя. Стол, стулья. Холодильник, микроволновка. Кухонный гарнитур, плита, зеркало, гардеробная и две комнаты. Одна комната с двухспальной кроватью, двухспальная кровать, тумбочка с зеркалом, кондиционер и телевизор. А вторая комната с двумя односпальными кроватями раздельными. Так, вот две кровати, прикроватная тумбочка, кондиционер и телевизор с тумбочкой. И свой же душ и туалет, естественно. Туалет, душ, кухонный гарнитур со всем необходимой посудой и оборудованием. Двухместный номер на 4 спальных места, плюс предоставляется дополнительное место в виде раскладушки. Можно 5 человек разместиться. Друзья, идем знакомиться с 4-местным номером по цифре 2. Номер со всеми удобствами. 4 кровати. 2 односпальных и 1 двухъярусная. Прикроватные тумбочки. Холодильник, кондиционер, шкаф, телевизор со столиком и собственный душ-туалет. Туалет и душ. 4-местный номер по цифре 2. Так, следующий номер по цифре 3. Это 3-4-местный номер со всеми удобствами. Идем и смотрим. Двухспальная кровать, диван, кушетка. Прикроватная тумбочка, холодильник, столик, телевизор, кондиционер, шкаф, туалет, душ. Предоставляется дополнительное место, раскладушка и 3-4-местный номер. На первом этаже по цифре 4 у нас расположен 3-4-местный номер. Со всеми удобствами. 3-4-местный. Селю как троих, так и четверых сюда. Здесь двухспальная кровать. Диван, кушетка. Холодильник, телевизор, кондиционер. Столик, шкаф. Туалет и душ. И по необходимости выдаю дополнительное место, раскладушку. На первом этаже в углу под цифрой 5 у нас находится семейный двухкомнатный номер со своей кухней. Напротив, над ним такой же номер семейный двухкомнатный с двумя комнатами кухней. Это под номером 8. Он только на втором этаже. Пойдемте смотреть. Заходим. Здесь у нас сразу кухня. Кухонный гарнитур, холодильник, стол, стулья, зеркало и
Вот здесь у нас гардеробная. Полочки. Штанги для одежды. И две комнаты. Одна комната с двухспальной кроватью, с тумбочкой, с зеркалом, с телевизором и, конечно же, кондиционером. И вторая комната с двумя односпальными кроватями. Две односпальные кровати, прикроватная тумбочка, еще одна тумбочка, телевизор, кондиционер. И в этом же номере у нас, соответственно, есть душ и туалет. Это туалет, это душ. Семейный номер на 4 спальных места. Выдаю раскладушку по необходимости за доплату за дополнительное место. Итак, номер 6. На первом этаже двухместный номер с двухспальной кроватью. Двухспальная кровать, прикроватная тумбочка, кондиционер, холодильник, телевизор, шкаф. Шкаф. Так. И в номере душ-туалет. Туалет. Зеркало. Тазик постираться и душ. Двухместный номер. Номер 6. По цифре 7 у нас на втором этаже двухместный номер с двухспальной кроватью. Заходим. Сразу же двухспальная кровать, прикроватная тумбочка, телевизор, холодильник, кондиционер, шкаф с зеркалом, столик и душ-туалет. Туалет. И душ. Двухместный номер с двухспальной кровати под цифрой 7. Итак, номер под цифрой 1. Это двухместный номер с двумя раздельными кроватями. Одна кровать при кроватной тумбочке, вторая односпальная кровать. Здесь же у нас шкаф, холодильник, телевизор, кондиционер. Туалет и душ. Все удобства в номере. На втором этаже четырехместный номер под цифрой 9. Заходим. Двухспальная кровать. Двухъярусная. Как видите, 4 спальных места. Здесь у нас гардеробная. Здесь душ с туалетом. Это сейчас покажу. Телевизор, кондиционер, холодильник, стул, столик. Так, гардеробная с полочками, со штангой, с зеркалом и душ-туалет. Туалет и, соответственно, душ. Четырехместный номер, 9. Так, одно двухместный номер. Сейчас я вам объясню. На втором этаже номер 10. Заходим. Двухспальная кровать. Двухспальная кровать в номере. Кондиционер, телевизор, холодильник, тумбочка, шкаф. И душ-туалет в номере. Туалет и душ, соответственно. Почему я назвал его номер 1 двухместный? Здесь в нем селю я как одного человека, так и двух человек. Поэтому у кого кто один, вполне можете здесь заселиться. Следующий нам на очереди номер. Это 11 номер, семейный номер на втором этаже. Так, пойдемте смотреть. Заходим, сразу у нас комната-студия, где диванчик раскладывается на два человека, кухонная зона, холодильник, стол, стулья, телевизор, кондиционер. И вторая комната, шкаф с зеркалом, две односпальные кровати, также телевизор и кондиционер.
То есть это на 4 спальных места. Ну, по возможности выдаю дополнительную раскладушку на 5-е спальное место. И здесь же в номере у нас свой душ-туалет. Туалет и душ. Это семейный номер, номер 11. На втором этаже верхней беседки есть двуходноместный номер, то есть сели туда одного, как одного, так и двух человек по цифре 12. Так, это у нас эконом-вариант, эко-номер. Видите, все сделано вагоночкой из эко-материалов. Двухспальная кровать, тумбочка прикроватная, телевизор, полочки, штанга для вещей, кондиционер. Душ-туалет на первом этаже. Он на 3 номера. Такой одно-двухместный номер по цифре 12. Друзья, где у нас, где верхняя беседка, на втором этаже под крышей есть эконом, четырехместный эконом. Пока он не подготовлен к сезону, но я быстро покажу, потому что видео надо монтировать и заливать в рекламу. Это вот 14 номер. Здесь заходим. Здесь будет двухспальная кровать, односпальная, кондиционер, телевизор и еще одна спальная кровать. Здесь столик, полочки, отсек для одежды. Повесить вот такой номер. Душ-туалет на первом этаже общий. Вот такой номер. Четырехместный эконом.